Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас рубрика «Фаберлик без прикрас», и поэтому впереди вас ждут самые честные и правдивые отзывы. Целый мешочек пустых баночек собрался у меня опять, много интересного, оставайтесь до конца. Давно хочу вам показать, вы спрашивали отзывы на разделочную доску. Фаберлик, она у меня уже тут в чем-то, потому что лежит уже несколько месяцев, убрала ее в дальний угол, чтобы рассказать вам в пустых баночках, и благополучно про нее забыла. Но здесь она мне попалась на глаза. И что хочу сказать. Ну, вы видите царапины, да? То есть, допустим, если сравнивать с обычными досками из масс-маркета, в принципе, все то же самое. Она достаточно удобна тем, что их не видно первое время, потому что поверхность доски рифленая. Я вам уже показывала, она не гладкая. То есть, если доска гладкая, то на ней видно это все сразу. Здесь немного попозже. Но, тем не менее, она прослужила несколько месяцев. Дальше это неэстетично, неудобно ее мыть. И еще один минус этой доски. Ее неудобно мыть, потому что она рифленая. И то есть, если вы ее моете губкой обратной жесткой стороны, обычной губкой для посуды, да, то все ворсинки от этой губки застревают. Вот это неудобно. Когда доска гладкая, по мне ее мыть удобнее. Поэтому здесь вот... Ну, я, скорее всего, больше покупку не повторю. Вот показываю вам, как она выглядит спустя время, да, и выкидываю ее с той стороны то же самое. Поэтому неудобство, конечно, в этой рифлености. Даже когда она новая, все равно там вот ворсинки от губки для мытья посуды застревают. Так, мочалка. Мы берем их постоянно, регулярно для дочери. Это удобно, не нужен гель для душа, она вспенила. Помылась, сполоснула под краником, повесила над ванной ее, она стекает, все. Удобно споласкивать, потому что возникали вопросы, что как же вот, если здесь эти шарики присутствуют, как ее споласкивать? Просто под водой сполоснули, все, она чистая. А вот эта мочалка в этот раз не развязалась, потому что первая у нас развязалась, мне приходилось ее завязывать. Вот эта ленточка, да, она там дальше внутри, я ее завязывала. Это вообще не развязалось, вот до такого состояния измылились уже эти шарики, их здесь 8 штук. И плохо пенится, потому что они уже маленькие, и заменили на новую. Мне очень нравится, она служит долго, по несколько месяцев у меня у дочери, поэтому никаких нареканий. Свою цену полностью оправдывает, расход геля для душа у нас был бы... гораздо более объемный, скажем так. Я беру их постоянно, мне нравится. Вот это вот зеленый нравится по аромату больше всего. Лаймосорбет. Лаймовый сорбет, по-моему. Она такая свеженькая, классная, супер, как бы, ну, все отлично. Так, поехали дальше. Два порошка закончились. Одинаковые, по-моему. Альпийские луга и горная свежесть. Один открыт внизу, один открыт вверху. Класс, сейчас переверну, что-нибудь посыпется. Так, альпийские луга у нас с вами артикул 322, а горная свежесть у нас с вами артикул 323. Порошки классные после... Штатив начал падать. Порошки классные. После обновления хорошо отстирывают, вещи выглядят незастиранными, свежими, цвета яркими. Я вот этим порошком универсальным, да, я не беру для цветных, мне он показался слабее. Универсальными вот этими порошками стираю и цветные вещи, и черные, и белые, и все отлично, все замечательно. И детские с рождения крестюшки тоже стираю, никаких нареканий. 800 грамм приравниваются к 3 килограммам, сделано в Германии, разработано, я так понимаю, в Германии, да. Все устраивает. Гипоаллергенный, подходит астматикам, как бы все отлично. О, дальше. Серия Арису. Целая серия подобралась. Это маска. Маска артикул 7726. Восстанавливающая маска для всех типов волос. Такая она светло-сиреневого оттенка. Вот так выглядела. Достаточно густая. Но мне ее было маловато. То есть сильно поврежденным волосам маловато. Тем не менее, она неплохо увлажняет. Неплохо приглаживает. Волосики после нее блестят. Но вот моим очень сильно поврежденным кончиком этой масочки маловато. Поэтому покупку не повторю. Если у вас волосы не такие сильно поврежденные, как у меня, то стоит попробовать продукт. Очень неплохой, скажем так. Восстанавливающая сыворотка для всех типов волос. Вот такая вот из этой же серии. Артикул 7734. Мне вообще как вода, девчонки. Вот просто как вода. Ни блеска от нее нет, ни увлажнения. То есть я ее наношу на руки. Уже нету совсем, да использовала. Вот такая она полупрозрачная, совсем нету, пустой. Наношу на руки, на кончики пальцев распределяю и на кончики. Что было, что не было. Вот вообще ничего от слова совсем. Не разглаживает. Ну, не знаю, тоже вот для нормальных волос ее покупать. А зачем для нормальных волос такой продукт? Она должна восстанавливать. Вот реконструкция написана, да? Ну, не знаю.
Поэтому, конечно же, больше не повторю. Еле-еле добила, просто вымазала на волосы без какого-либо видимого эффекта. Так, дальше закончилось вот такое мыло Витамания. Это у нас смородина и ежевика. Мне очень нравится, потому что здесь яркий присутствует аромат черной смородины. Я его обожаю. Вот знаете, когда листик черной смородины в руках раздавливаешь, вот прям эх. 23,68. Беру такое мыло на кухню, мыть руки. Вот такого оно красивого, яркого цвета. Обалденный аромат. Все хорошо с дозаторами, поэтому частенько повторяю. Так, освежитель один, один. Освежитель вот такой вот закончился, антитабак. Артикул 113-29. Это уже обновленный, по-моему, с вами у нас версия. Но аромат не изменился, он классный. Беру за аромат, потому что он приятный. И цветочки что-то чувствуется такое. Ну, лайм, ну, есть чуть-чуть, да, лайм здесь нарисован. В основном цветочная композиция, но достаточно ненавязчивая, очень приятно. Есть заглушка от деток, чтобы не баловались, да, они безопасны для животных, поэтому смело при крестюшке распыляю, и кот у нас, и все, и никаких нареканий нету. Люблю, люблю освежители Фаберлик. Так, дальше кофе, растворимый кофе, у нас с вами это утро, да, доброе утро, артикул 160-48, я сюда в эту банку потом пересыпала, молола кофе зерновой, но так как сейчас заказала другую баночку, решила ее отправить в пустые и показать вам. Что хочу сказать по этому продукту? Мы с вами тестировали его, и вот без молока, ну, его совсем невозможно пить. Ну, просто невозможно. Он очень горький, крепкий. Соотношение арабики и робусты, по-моему, я во вкладке сообщества оставляла уже давно, сейчас не помню. Если сравнивать с кофе день, они не очень сильно отличаются, но день немного помягче, хотя тоже без молока мне горчит, мне очень горько. Я люблю крепкий кофе, он бодрит, он действительно бодрит, но без молока и чуть-чуть сахара или сахарозаменитель его пить просто невозможно. Но я все равно его беру, потому что мне нравится, я пью с молоком, и тогда вкус смягчается, уже этой горькости такой сильной нету. Вот так, девчонки, так что смотрите сами. И я для себя как бы сделала вывод, что это не очень выгодно, потому что здесь у нас 90, 95 грамм, а в зернах 200 грамм, а цена дешевле, чем в банках. В банках по акции только такая 290, по-моему, рублей, да, бывает 299. Это не очень выгодно и неэкономично. Я одинаково кладу и растворимого кофе, и кофе молотого, поэтому мне невыгодно. Но иногда беру, когда акция бывает, да. Так, концентрированный гель для мытья посуды сочный грейпфрут закончился быстро, потому что много бутылочек мою, он 0+, артикул 398, аромат классный. Действительно сочного грейпфрута, такой вот он, розово-оранжевый, да, кораллового цвета сам гель. Достаточно густой, у меня вот жиже всего приходило яблочко у кого-то. Ну, вообще от партии зависит, на самом деле, Фаберлик, жидкость того или иного средства для мытья посуды. Проверено временем, да. Нравится аромат, нравится то, что хорошо пенится, все прекрасно отмывает, посуда до скрипа, то, что 0+, не надо много разных банок мне наставлять на раковину, да, я теперь просто беру 0+, и бутылки крестюшной соски мою вот этим тоже средством. Все отлично, никаких нареканий. Экономично. Кто-то разводит 1:3 по инструкции с водой, я никогда не развожу, потому что люблю менять часто средства, одно приедается. Так, дальше средство для духовок и плит, еще в старой версии вот такое вот кончилось, 111-19 артикул, люблю, вы знаете, очень люблю, хотя грасс помощнее немного, но вот это все равно обожаю, справляется со сложными загрязнениями, с очень сложными справляется тоже, люблю им чистить плиту, конфорки, духовку, микроволновку, обратные стороны сковородок, кастрюль, если залить и оставить, потом все прекрасно отходит, все замечательно, средство мощное. Кто Фаберлик недавно или еще его не пробовал, обязательно рекомендую к нему присмотреться хоть один раз в жизни, но вы его должны попробовать, оно действительно достойно внимания. Да, запах химозный, да, крышки странные, нужно надавить, чтобы открыть, как бы, ну, из минусов. Запах не очень приятный. Да, сушит руки, да, может разъедать кожу, лучше в перчатках. Но я не очень люблю работать в перчатках, поэтому... Ой, вдохнула. Быстренько заливаю. И когда все растворится, потом уже быстренько смываем, да, так, чтобы руки по минимуму контактировали. Но вообще лучше в перчатках, потому что действительно кутикулу очень сильно сушит. Очень сильно, прям вообще. Так, закончилась мицеллярная водичка вербена, уже вот такая вот обновленная. Артикул 09-72, вы знаете, что я ее очень сильно люблю, хотя она не бюджетная выходит, потому что здесь всего лишь 100 мл, она вот такая вот малышка, да, у нее прикольный такой аромат лимонника, лимона, лимонника, он ярко выражен, и я всегда говорю, что кажется, дозатор вот такой, что сейчас вы будете ее наносить, и вам вырвет глаза просто, но на самом деле это одна из немногих мицеллярных, вот, Фаберлик, которая вообще не щиплет глаза, хоть лей ее туда, за это и люблю, и макияж снимает тоже очень классно, на акциях увидите, берите. Так, закончились патчи Океанум, наконец-то добила, потому что не понравились. Артикул 09-46. Как бы кто ни говорил,
что у них накопительный какой-то эффект или еще что-то. Я не знаю, я не увидела ничего. Я вам говорю, девчонки, вот за 100 с чем-то рублей, за 200 патчи Сазон с Wildberries на моей коже ведут себя лучше. Я не увидела накопительного эффекта в плане темных кругов под глазами, потому что они у меня сейчас есть, я сплю мало. Не увидела разглаживания мимических, легкое увлажнение, как и от любых патчей, не более того. Поэтому за такую бешеную цену, как в каталоге, вообще никогда не возьму. По Faberlic Like даже за 600 рублей тоже брать не буду. Это дорого, это очень дорого. Так, закончился вот такой вот бальзам La Creme. Я частенько беру эту серию дочери. Ей подходит, у нее волосы нормальные, не крашеные. Мне сейчас и этого продукта маловато. С кокосовым молочком, молочными протеинами. Очень приятная эта линейка. Пахнет и шампунь, и бальзам кокосиком. Действительно разглаживает волосики, облегчает расчесывание, не спутывает. Артикул 8673. Большой объем, бюджетная цена. Очень часто можно взять на акциях или по распродажам. Вообще шик блеск. Для нормальных волос очень даже подойдет. Дейзик закончился. 48 часов с ароматом хлопка. 22-43 артикул. Действительно нежный аромат хлопка. Здесь такие небольшие шарики. Защищает на 24 часа, на 48 нет. Ценно, что здесь нет спирта. Никогда у меня эти дезики не оставляли следов на одежде. Абсолютно никогда. Поэтому пользуюсь только ими. Сейчас вот в использовании у меня новая обновленная линейка. Но мне кажется, в принципе, по сути, это все то же самое. Откопала где-то пробник крема Блёр, решила вам еще раз про него рассказать. Артикул пробника не скажу, потому что он уже оторван. Когда они бывают на акциях, достаточно выгодно брать, потому что сам крем Блёр, он стоит у нас с вами небюджетно. Его хорошо брать по акции Faberlic Like. Крем великолепный, просто великолепный, но с ним главное не переборщить. То есть берем одну горошинку, быстро распределяем по лицу. Почему быстро? Потому что он мгновенно впитывается, дарит коже матовость, бархатистость, сглаживаются все мелкие мимические, выравнивается тон, и кожа на ощупь, ну, знаете, как будто вот нанесли на кожу сверху силикона слой, да, и она вот такая вот вся вот гладенькая, лощеная, бархатистая, в то же время идеально матовая. У кого жирная комбинированная кожа, очень рекомендую присмотреться, взять хотя бы попробовать в пробнике. У меня есть полная версия, я сначала брала пробники, потому что на них иногда бывает хорошая акция по 30 рублей, когда они, это выгодно, одного такого пробника вам хватит на 10 раз. Главное не переборщить. Если вы переборщили, он у вас будет на лице скатываться, сверху тональная основа будет плохо ложиться, поэтому кто не распробовал его, вот именно так применяйте. Крем великолепный, просто изумительный. Наконец-то! Он какой-то нескончаемый был, девчонки, этот кушон Baby Face. Просто какой-то нескончаемый. Артикул 6171. Он мне очень нравится. Но я люблю пользоваться чем-то новым, пробовать что-то новое. Этот не хотел заканчиваться. Просто не хотел. По-хорошему здесь, как девочки советовали, можно еще было вот эту губку перевернуть и пользоваться. Но уже хватит. Я им пользовалась месяца 4, наверное, точно, вместо тональной основы. Естественно, не на ежедневной основе, потому что еще было лето, да, жарко, вообще не пользуюсь тональными средствами, и сейчас крайне редко в холодное время года. Он классный, такая пуховка уже вся заезженная, да. Что такое кушон? Это когда вам тональное средство налили в такую вот губку, и потом вы берете, промакиваете пуховочкой и наносите на лицо похлопывающими движениями. Именно так этот кушон работает лучше всего. То есть похлопывающими. Где у вас поры расширенные, там вы проводите немножко сглаживающими движениями. Вот так. И тогда поры вообще становятся не видно, потому что они у меня в Т-зоне расширенные. Выравнивает тон идеально. Покрытие легкое, не ощущается на коже, незаметное. Это я говорю про все кушоны Faberlic, про этот Baby Face и в том числе ICUL. У меня в самом темном оттенке 61-71, их два, темный и светлый, подстраивается под тон кожи. То есть даже если вы, когда наносите, видите какой-то желтоватый оттенок в этом и в ICUL, он потом выравнивается, подстраивается под тон кожи. Но вот этот Baby Face мне показался немножко суше, нежели кушон ICUL. После того какой-то есть некий эффект, вот он у меня сейчас на лице, свечение. То есть, да, здорового такого корейского свечения. Вот этот он как-то по суше. Вот его я рекомендовала бы жирной комбинированной кожей. Если не можете подобрать себе тональное средство в программе Faberlic Like, берите кушоны, пробуйте, они крутые. Так, осталось совсем у нас с вами немного. Зубная паста из линейки Техно Kids. Частенько вам ее показываю. 6+, вот это. Артикул 2359. Это у нас груша. Действительно, груша. Пахнет грушей, она достаточно ароматная, вкусная, ребенку нравится. Безумно круто очищает эмаль, не вызывая повышенной чувствительности, потому что сама ей пользовалась. Мне взрослая паста не подходит, а вот это класс. После нее очень чистая, до скрипа эмаль. Хорошие зубные пасты, детские у Faberlic всегда хвалю.
Крем против пигментации для лица и рук тоже. Наконец-то добила, хочется сказать, потому что для меня это тоже вода водой, просто пустышка. Домазывала уже, лишь бы домазать, надеясь на чудо, что пигментные пятна уйдут, но они ушли сами, небольшие следы остались. Совсем небольшие, потому что они у меня гормональные на фоне беременности вылезли, поэтому также сами ушли. 0,587 артикул и, ну, мой опыт, возможно, кому-то и поможет, сказал. Я на постоянной основе, девчонки, честно пользовалась. Честно, чтобы дать вам полноценный отзыв. Никак, вообще никак. Увлажнение от этого крема настолько легкое, ведь он возрастной, против возрастной пигментации написано, что нифига вообще не увлажняет. Мало. Вода для меня, вот, девчонки, просто вода водой. Я не понимаю, как в такой дорогой линейке, где заявлены такие обещания, может быть такой пустой продукт. Я не знаю, как вам, пишите, для меня пустышка. Так, и последняя баночка. Это гиалуроновый гель алоэ вера ICU. Великолепный продукт для жирной комбинированной кожи. Писала пост в Инстаграм. Кто, кстати, на Инстаграм не подписан, ссылка всегда на моем канале и под каждым видео можете ее найти. Там иногда бывает интересно, когда есть время писать посты. Он такой действительно гель. Такой гель с зеленым оттенком. Я с великим удовольствием пользовалась им в жару, прям в жару, когда 30+. Потому что только он был на моей коже невесом. Он хоть какое-то время ее матировал, сдерживал от выделения себума в Т-зоне. Он выравнивал рельеф. Он был, знаете, как такой даже охлаждающий продукт на коже. Вот в жару было очень с ним комфортно. Он не плыл. И все замечательно, потому что все-таки хочется ухаживать за лицом, увлажнять, в жару тоже это необходимо. Поэтому продукт этот очень люблю, он вошел у меня в топ продуктов на лето для кожи. Кто не пробовал, очень советую. Действительно достойный. Да, от него первое время, особенно если много нанесете, может быть липкость на коже. Но когда он впитывается минут через 5-7, очень комфортно кожа, просто очень комфортно, особенно в жару. У кого жирная комбинированная кожа, тоже советую присмотреться. Очень хороший продукт. Вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки у меня были на этот раз. Надеюсь, мои отзывы были вам интересны и полезны. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Ссылка для регистрации Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь, будем общаться. Ну а я вас всех люблю, целую, всем пока-пока.